В Дагестанском гуманитарном институте в рамках федеральной программы проходят курсы повышения квалификации для религиозных деятелей. Учебу проходят свыше 150 специалистов. В качестве лекторов выступают профессора и доценты, кандидаты и доктора наук. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. На открытии присутствуют представители власти и духовенства республики, а также почетные гости из Казани. Выступающие отмечают, что образовательная программа направлена на профилактику экстремизма в студенческой и школьной среде, а также гражданское просвещение религиозных деятелей. Любой деятель, любой специалист, любые направления, они должны проходить повышение квалификации. Так и богословы, и имамы, они обязаны самосовершенствоваться. Поэтому и их, как я думаю, собрал муфтият нашей республики совместно с Дагестанским гуманитарным институтом, который именно дает нам площадку для прохождения данных курсов. В наше время очень и очень наше население, наш народ нуждается к высококвалифицированным кадрам и специалистам. Мы думаем, что если вы будете над собой работать, и вы окажетесь из числа тех, которые принесут большую пользу и станете высококвалифицированными специалистами. Недельные курсы пройдут свыше 150 богословов. Среди них имамы, проповедники, преподаватели исламских вузов, все те, кто проводит просветительскую работу среди населения республики. Наука не стоит на месте, развивается, и средства науки и техники, они открывают новые горизонты и возможности в любой сфере, в частности, в сфере IT-технологий, в сфере, значит, СМИ и так далее. И современный религиозный деятель, помимо, значит, владения знаниями, он должен владеть инструментарием, с помощью которых эти знания возможно доводить до аудитории. Кандидаты и доктора наук, психологи и ведущие специалисты прочитают лекции и проведут тренинги по культуре речи, ораторскому мастерству, а также затронут темы современных технологий и расскажут об особенностях работы в социальных сетях. Как отмечают организаторы, прохождения курсов поможет религиозным деятелям в работе с молодежью. Для нас, для мусульман же очень важно, чтобы мы были тоже продвинутыми, чтобы, когда мы говорим молодежь, креативными, они должны быть современными. Но это очень важно, потому что мы живем в обществе, где исламофобских настроений очень много. То есть мы вот своим и внешним видом, и своими знаниями, своими подходами должны показать, что мы мусульмане, вот мы российские мусульмане, вот каким образованы, каким современные, чтобы это сыграло свою положительную роль в том, чтобы ислам занял свое достойное место в России. Вузом-партнером курсов повышения квалификации является Пятигорский государственный университет. По завершении учебной программы богословам выдадут соответствующие сертификаты. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал НТ, Махачкала.